These beds look just like the ones in Dan's place. Ты молодец, так держать. Посмотришь на мои товары? Есть эксклюзивные вещи. Доброго дня. Готов идти? Отлично, идем. Хорошо, что ты теперь с нами. Еще пара дней, и правительство сцапало бы тебя. Но знаешь, как говорят? Из кипятка да на сковородку. Так вот, милости просим на сковородку. С тех пор, как я вылез из ковчега и увидел, что творит правительство, я только и делаю, что борюсь с ним. Никто не знал, что после падения астероида будут такие последствия. В кои-то веки у нас был хороший план и достойные люди. Но генерал Кросс изменил время подъема нескольких ковчегов, в которых были его друзья. Он сбил человечество с пути. И теперь наш долг — все исправить. Это полумесяц, точнее его обломки. А наша база под ним. Давай, иди сюда. Наша база за этой дверью. Лассард, это маршал. Код 1228. Понял, капитан, с возвращением. Вижу, наш гость здесь. Сюда. Добро пожаловать в наш скромный дом. Тут бардак, но нам нравится. Внимание, бойцы. Хочу представить нашего гостя. Как вы уже знаете, он из ковчега. Парень не промах. Знаю, он вам понравится. Ему можно доверять. Видишь, тут повсюду обломки ковчега. Когда-то в нем лежал я. А теперь Лассард использует его как наш мозговой центр. Добро пожаловать. Да, сэр. Это ковчег капитана Маршалла.
Я перенастроил его, чтобы отслеживать перемещение сил правительства и поддерживать связь с нашими людьми в пустоши. Прекрасно. А Элизабет, ты уже знаешь. Рада видеть, что у тебя все в порядке. Вообще-то, доктор Каденс. Она выясняет, что именно правительство делает с мутантами. Шаг за шагом, я ближе к разгадке. Это Джек Портман, наш оружейник. Эксперт во всем, что стреляет и взрывается. Верно, друг. Для меня каждый день здесь праздник. Особенно, если прикончим кого-нибудь из людей правительства. И, наконец, Сол. Он держит гараж прямо у нас над головой. И следит, чтобы никто не проник к нам без приглашения. Он уже ждет тебя. Иди познакомься с ним. Итак, запомни кое-что. Подземка, что над нами, это тебе не источник. Эти люди ходят по лезвию бритвы, стараясь не вызывать подозрений правительства. И в то же время помогать нам. Местный босс, Редстоун, сдаст тебя правительству, не задумываясь, если ты не сможешь быть ему полезен. Итак, для начала тебе надо понравиться Редстоуну. Если ему понадобится решить проблему, сделай это. Иначе ты все равно что покойник, и ничем не сможешь нам помочь. Сможешь сыграть в его игру. Да, и вот еще что. Разберись, как устроена жизнь в городе. Помогай жителям. Когда освоишься, мы перейдем к более серьезным задачам. Все, пора тебе подниматься. Люблю взрывы и щекотать нервы правительству. Если ты и вправду так хорош, как говорит Элизабет, то мы с тобой точно сработаемся. Мы займемся правительством, но сначала разберись с Редстоуном. Я поработал над технологиями правительства и, скажу тебе, наткнулся на нечто удивительное. Мне удалось соединить несколько модулей и создать прибор, который, будучи активирован, наносит добавочный урон. Но только пока хватает батареек. Детали для него найти непросто, но вещица весьма полезная. Вот схема. Уверен, тебя порадует. Расшифровать этот диск непросто. Не отвлекай меня. Расшифровать этот диск непросто. Не отвлекай меня. Ты должен знать, мутанты появились не из-за космической радиации, принесенной астероидом. Они являются результатом экспериментов правительства с нанотритами и людьми. Неудачных мутантов попросту выбросили как мусор в пустошь, где те и размножались. Вот правда, которую нужно рассказать людям. Послушай, дай мне время, чтобы изучить добытые тобой данные. Думаю, я сумею найти что-нибудь ценное. Зайди позже, расскажу, что я узнала. Так, ты наш новенький?
добро пожаловать в подземку. Я Сол, управляюсь тут с гаражом, хотя моя главная задача — охранять лифт, чтобы щейки правительства его не нашли. Так, тебе нужно кое-что знать. Твой гаражный отсек за этой дверью. Если повредишь тачку, я сделаю ремонт и отбуксирую, если надо. Внизу ведущий гонок. На этом этаже бар. Но сейчас тебя должен заботить Редстоун. Его кабинет наверху. Без его разрешения тут ничего не делается. Иди к нему немедленно. Ты тут недавно? Ну, добро пожаловать, раз пришел. В подземке есть все, что душе угодно. Нужны гонки? Иди вниз. Хочешь продать что-нибудь? Наверху ждет Яни. Тебе здесь понравится. Путник, хочешь подзаработать? Если нужны припасы, иди наверх, к Яне. Найди Мэл внизу, если хочешь выступить в гонке. Она в этом спец. Хозяин бара Брик Джонсон жалуется, что бандиты воруют его бухло. Ищет, кто бы мог решить проблему. Поговори с ним. Может, Редстоун и правит городом, но азартные игры прикрыть не смог. Если нужны деньги, ищи с кем сыграть. Вниманию водителей! Любите давить гашетки на скорости? Мы начинаем гонки со стрельбой. Мы не обслуживаем тех, кого не одобрил Редстоун. Проваливай! Если тебя одобрит Редстоун, я впущу. Ты здесь новенький? Позволь дать тебе совет. Не зли Редстоуна и не привлекай внимания правительства. Такие проблемы тебе ни к чему. Умные люди тут стараются держаться тихо. Мы слишком близко к столице, чтобы выпендриваться. Редстоун не подарок, но он лучше правительства. Жизнь тут не сахар. Работаем в поте лица, но у нас на шее сидят Редстоун и правительство, так что мы едва сводим концы с концами. Мы только мечтаем о переменах. Смотри, весь этот город Редстоуна. Самый подлый чертов мэр во всей пустоши. Всегда будь с ним начеку, ни то долго не протянешь. Еще не встречался с Редстоуном. Иди, не задерживай его. Редстоун не любит, когда по его городу бродят без разрешения. Зайди в его кабинет наверху. Ваши шансы против других участников гонок.
Брось! Так, неплохо. Гонки, которые мы тут проводим, не для слабых духом. В таких жестких схватках ты еще не участвовал. Что-то я тебя не помню. Свежак? Ну, привет. Добро пожаловать к Спарке. Лучшие запчасти и обвес вне столицы. У меня есть все для езды агрессивной, безопасной и, главное, быстрой. Что-нибудь ищешь? Привет! Что, жаждешь скорости? У меня есть отличное предложение. Добро пожаловать, я Стью. У меня всегда есть товары, которые я продаю со скидкой. Хочешь взглянуть? Забегай, ассортимент часто меняется. Рада тебя видеть. Нам тут непросто. Жить так близко к столице напряжно, но мы расслабляемся, как можем. Участвуйте в заездах на время, чтобы узнать ваши шансы против других участников гонки. Доброго дня. Ты здесь недавно? Припасы можно купить у Яни, но самый лучший выбор у Стью. Если ищешь что-то особенное, иди к нему. К участию в гонках. Кстати, если нужны деньги, можешь сыграть в карты Стик. Она обычно сидит в баре.
Привет, зайка. И что же я еще могу для тебя сделать? Я Яни. Продаю, покупаю, тем и живу. Товары как простые, так и элитные. Все, что нужно, у меня есть. А если нет, скорее всего, тебе это и не нужно. Итак, что ты ищешь? Нужна помощь? Заходи. Здравствуй. Эй, парень, иди, не заставляй босса ждать. Стоять здесь! Ты новый боец маршала? Ладно, слушай меня, новичок, чтоб ты знал, что к чему. Здесь все принадлежит мне, весь город. И самый последний оборванец делает то, что я велю. Так вот, станешь помогать мне, мы подружимся. Нет, я решу, что ты мне не нужен. Врубаешься? Маршал говорит, ты не промах. Может и так, но проверка не повредит, верно? Мой бригадир жалуется на мутантов в туннеле синей линии. Они сильно мешают работе. Иди помоги ему. Как справишься? Нижний каньон открыто. Ладно, докажешь свою полезность, разрешу тебе остаться. Проваливай. И без результата не приходи. Ты можешь помочь старику? Я старею. Мои мышцы и суставы уже не те, и мне больно ходить. Говорят, есть такое растение, кометник. Вроде, если его пожевать, боль уходит. Но сам я уже не могу добыть его. Ты сможешь помочь мне, старику? Ох, хорошо. Говорят, он растет в землях машиноголовых. Это к северу отсюда. Робертс говорит, видел несколько кустов возле маленького кратера. Там и ищи. А уж я... Я в долгу не останусь. Привет. Добрый день. К участию в гонках приглашаются все. Эй, ты! Помните, парни? Ходят слухи, маршал вернулся с новым стрелком. Говорят, это выходец из ковчега. Или ты? Ладно, поживем, увидим. Приветствую тебя, странник. Моя колода самая лучшая в пустоши. Хочешь сыграть? Так ты новый боец Редстоуна? Ну как, не хочешь подзаработать? Чёртовы бандиты потрошат моих поставщиков бухла. До меня доходят лишь опивки. Я хорошо заплачу, если прикончишь пару бандитов на дорогах. А за каждого хищника правительства получишь двойную цену. Ну что, готов? Ну прекрасно! Врежем как следует!
Иди займись бандитами. Я не хочу рисковать деньгами из-за беспорядков на дорогах. Я понял, тут одни люди Джонсона работают. С этой проблемой мутантов он ни о чем другом думать не может. Да все равно полный бред. Пока Джонса не избавит от мутантов, мы можем только пить. Из-за чертовых мутантов все строительство встало. Редстоуну пора что-то сделать. А, привет! Босс сказал, что ждет человека. Видно, это ты. У меня большая проблема. Чертовы муты мне портят всю работу. Из-за них, того и гляди, придется все свернуть. Они влезли на станцию синей линии и оттуда нападают на нас. Их нужно остановить. Похоже, это работа для тебя. Рад, что ты понял. Чтобы попасть в пещеру, иди вдоль стены каньона. Спустись поглубже и отыщи станцию синей линии. Напоминаем водителям, что сегодня ожидаются очень интересные заезды на скоростном треке. Записывайтесь, пока... Поздно. Thank you.